Да. Друзья, мы находимся на мировой серии покера WSOP Socket Event в России. У нас проходит, что у нас проходит? Колоссус, день 1C, рядом со мной первый гость на этой серии Анатолий Короченский. Здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Мы с вами очень давно не общались, я думаю, уже год. Ну, может быть. Рассказывайте, что у вас нового случилось в это время? Вы имеете в виду в покере или вообще в жизни? А вот где глобальные были какие-то перемены и новости? Ну, глобальные, наверное, в жизни. А в жизни, в общем-то, глобальных перемен так больших нет. Ну, наверное, кроме того, что я возобновил игру, если так сказать о себе, в свой любимый вид спорта, в теннис, которому отдал 17 лет. И сейчас... Вы нам не рассказывали. Не рассказывал, да. Сейчас стараюсь, когда дома нахожусь, играть там 3-4 раза в неделю, играю с хорошим тренером. Вот. Какой вы молодец. Да. А вы знаете, что я? Тоже в теннис играю. Я не просто играю в теннис. И на лыжах катаюсь. Я была 17-й ракеткой Твери. Серьезно? 17-й. Все, тогда обнимаемся. Вау, сыграем на корте. И сыграем. Саша будет нас снимать. Но я буду подаваться, хорошо? Ну, давайте еще посмотрим, кто кому все-таки 17-го, понимаете? Давайте посмотрим, хорошо. Так, значит, вы возобновили игру в теннис, это игру классно. В теннис. Что ну, еще? Во-первых, это не только наслаждение, а до этого же там тренажерки, растяжки там разные, ну, для поддержания формы. А теннис, как бы, он all-inclusive, все в одном, потому что можете это... Можете бицепс показать? Не, ну, без джинсов. Ну, ты видишь, выпирает, ты же видишь, вижу, вот выпирает. Вижу, да. Вот. А, хорошо, что с покером? Кстати, тренер мне купил ракетку, которая играет Федерер, которую я обожаю, люблю, и сейчас болел за него, естественно, да, на Уимблдоне, но вы знаете исход, мы же смотрели, да? Конечно. Вот, два матчбола, ну, немножко неудачно, но мне кажется, это ракетка лучший... Ракетка не та. Это лучший теннис, который показал вот сегодняшний Федерер. Лучший теннис. Лучший, на мой взгляд. Да. Я согласна. Я тоже смотрела, и у меня были примерно такие же мысли. А сколько стоит такая ракетка? Ой, ну она стоит 20 тысяч рублей, ну копейки. 20 тысяч, недорого. Когда я была 17-й ракеткой Твери, моя ракетка стоила 2500 рублей. Но это было 10 лет назад. Анатолий, что с покером? Почему мы вас вообще не видели целый год? С покером не видели, потому что сегодня покера в мире, и в частности в России, с учетом вот казино Сочи, стало очень много, и идут накладки. Где тогда, же, когда где я же в Монако, здесь покер. Тогда, когда я в Лас-Вегасе, сейчас только прилетел. Вы вот, в Лас-Вегасе сейчас да, были? Да. Вегас, в котором я был сейчас в этой серии, юбилейной 50-й, в общей сложности месяц и 3 недели. Для меня эта серия хуже, чем предыдущие две, в которых я играл. Вот, но это все равно огромное наслаждение играть с игроками мирового уровня, когда очень много людей, прекрасные турниры. И прекрасное общение, новое знакомство, наслаждение. Ну, Вегас есть Вегас. Ну, ITM сделали? Да. Расскажите, в каких турнирах? Ну, скажем так, все равно я в минусе приехал в этот раз. Там где-то около 8 или 9 тысяч я веду свой банкролл только по боинам. Вот, отели и все остальное не входит. Да, ну, у меня 3 финалки есть мелкие, правда. Прям на все. Венишин, Планет Голливуд и Рио. У вас была финалка в СОП в этом году, и мы это пропустили? Маш, ну это те финалки, которые не заслуживают внимания, ну, понимаешь? Что я расскажу только о своем самом большом достижении именно в этой серии. Это мой глубокий проход был, когда я впервые за эти 3 года во ВСОПе играл кому за 60. Предыдущие разы я не играл, потому что ребята говорят, там Виталий Лункин, в частности, говорит, ну ты что, надо тебе играть, там же вот, мол, легко и вперед. И в этот раз я играл, там как бы все сложилось, не потому что легко, там сложно, скажу честно. И было 2650 игроков, по-моему, я добрался до 30-го места с хорошим средним стеком, и мне не повезло, потому что банально вот с игроком, у меня дамы, у него тузы, мой рейс, его кол. Вот, флоп 4, дама туз, и дальше рассказывать не надо. 10 тысяч долларов, круто. Около 10 и все. Слушайте, ну круто пройти круто, в топ-30. Круто, топ-30, да. Мы гордимся вами. Маш, ты меня льстишь или как? Нет, нет, ну слушайте, 2,5 тысячи входов, и вы прошли в топ-30, это классно. Да, и потом, в принципе, да, на монетку. Доволен, конечно. Доволен, да. Классно, вы молодец. Что еще в Вегасе было интересно? В Вегасе потусили. Был прекрасный отдых, да, спа, бассейны, встреча с друзьями,
обсуждения, кайфухи. Играли мейн ивент? Вино. Да, естественно. В мейн ивент мне тоже не повезло. А в этот раз, если ты помнишь, Маша, но если не помнишь, я расскажу. В прошлом году я прошел очень глубоко и занял 328 место. Из российско-украинско-белорусских игроков, вот по информации ваших специалистов, которые там все это засекали, после меня еще оставалось два игрока, вот, наших, да. Не помню, кто это был, но это был очень хороший проход. Я получил тогда около 40 тысяч долларов. Вот, на королях вылетел в туз-король. Ну, это был глубокий проход, естественно, он меня радовал. А в этот раз, вот так, в тот день, когда сборный был и за несколько сот человек до денег, ну, я не помню сейчас уже там за сколько, мои король-валет, две пары попали в дырку стрит, туз-дама, немецкий рек сидел, и десятка ему по риверу, и я вылетел. Ну, вот. Немцы, вот видите, разрывали. Немцы, они такие безбашенные, потому что он первый пихнул олл-ин в дырку. Вот, при король валет 7, на терне восьмерка, и он пихает улын, я кол, естественно, и десятка ему легла. Вот, я называю таких игроков безбашенными, но ему повезло больше. А мне не повезло, я вылетел. Обидно. Да. Обидно. А вы следили за финальным столом главного события? Мне не пришлось следить, потому что меня тут ждали события своего личного характера в России. Я оперативно улетел 12 числа. Пока приехал, тут дела в Сочи у меня, кстати, есть. И мне вот буквально через 4 дня еще не успел адаптироваться, пришлось ехать вот сюда. Как у вас джетлаг проходит? Есть такие маленькие американские таблички, таблеточки Мелантин, да. Я всегда при приезде в Соединенные Штаты или там Новая Зеландия, Австралия, такие трансатлантические перелеты, две таблеточки, одна ночь, вторую ночь одна. Две и одна. И все, да, и все класс. Анатолий, остается минута, 20 секунд до завершения брейка, так что давайте последний вопрос. Как сейчас складывается Колоссус? Колоссус складывается вот сейчас за этим столом хорошо. Вчера я зашел неудачно, сделал ход, вот, пошел, поспал, отдохнул, насладился, сходил в спа, и сегодня вот пока идет нормально. Как вы хорошо проводите время? Я думаю, что аура, Маш, у тебя и у Саши очень хорошая, и вот это интервью, да, мне еще даст больше. Можно я вот так вот прижмусь? Можно, можно. Вот и Александра вам. Спасибо, Александра! Анатолий, мы желаем вам удачи, будем за вас болеть, и надеюсь на интервью за финальным столом. Спасибо большое. Спасибо большое. До свидания.